Всем привет! Это РНКБ. Яркий, прогрессивный и технологичный банк, рожденный в Крыму, в самом теплом регионе нашей страны. Здесь 300 дней в году светит солнце, раздают не только Wi-Fi, но и умопомрачительные закаты, и море не на рабочих столах, а прямо у твоих ног. Уверены, вы слышали о нас. Наш банк входит в топ-100 рейтинга лучших работодателей среди крупных компаний, а в конце 2022 года мы еще и вошли в топ-10 лучших IT-работодателей по версии Хабр Карьера. Сегодня РНКБ – это целая группа компаний. Как и любая экосистема, мы уделяем большое внимание развитию IT-технологий и привлекаем в команду опытных профессионалов. Сегодня у нас работает более 500 IT-специалистов, и каждый день с увеличением количества проектов по цифровизации банк открывает новые возможности для экспертов по всей стране. Возможность работать удаленно позволяет сотрудникам банка совместно решать амбициозные задачи, находясь в разных уголках страны. Чем счастливее наши сотрудники, тем успешнее команда, поэтому банк заботится о том, чтобы мы получали конкурентоспособную заработную плату, могли участвовать за счет банка в программах внешнего обучения и в конференциях в качестве зрителя или спикера. Кроме того, у нас, конечно же, есть ДМС, возможность отдыхать всей семьей в отелях и санаториях со скидкой, вместе с коллегами заниматься спортом, а также совершать добрые дела, помогать детским домам, быть донором крови, помогать животным и даже спасать дельфинов Черного моря. Ежегодно сотрудники участвуют в опросах и делятся обратной связью, что позволяет нам выстраивать вектор развития для комфортной работы нашей команды. А еще всем желающим мы помогаем с релокацией в Крым, оплачиваем проезд, проживание и другие расходы, которые помогают нашим сотрудникам с первых дней чувствовать себя в Крыму как дома. Работа в РНКБ меня привлекает тем, что здесь просто невозможно стоять на месте. Ты попробуешь классический waterfall, гибкий agile, поработаешь над нереально классными проектами под руководством опытных наставников, а возможно, через некоторое время сам станешь тимлидом. Все в твоих руках. Здесь ты получишь уникальный опыт, потому что банк, находясь под санкциями с 2014 года, имеет собственные уникальные проекты и наработки, частью которых ты можешь стать. Для меня очень ценно, что руководство прислушивается к своим IT-специалистам в области разработки и тестирования нового ПО и продуктов. А еще очень важно, что IT-решениями, реализуемыми тобой, будут пользоваться миллионы жителей и гостей Крыма. То есть твой труд будет менять не только их жизнь, но и жизнь целого региона к лучшему. Представь себе, благодаря твоей работе крымчане смогут оплачивать проезд в общественном транспорте банковской картой, а школьники, например, смогут использовать карту РНКБ для оплаты в школьной столовой. И это лишь часть реализуемых нами проектов, о которых мы вам рассказали. Одно мы можем сказать наверняка – с нами точно будет интересно. И если у тебя горят глаза, значит, мы точно сметчимся.